Интернет-экономика России находится в стадии урожайности. Такой вывод сделали эксперты, присмотревшись к темпам роста отрасли. Подробный обзор того, куда движется онлайн-рынок в нашей стране, сделали Российская ассоциация электронных коммуникаций и Высшая школа экономики. Два института провели совместное исследование. Оно стало первой за долгое время попыткой комплексной оценки интернет-экономики. И российские, и западные эксперты сходятся в том, что Рунет – самая быстро растущая площадка Европы. Сейчас она занимает около 1% российского ВВП. К концу года показатель будет равен 1,5%. Вот как выглядит рынок. Объем оценили почти в 554 миллиарда рублей. По итогам 2012 года ожидают рост порядка 30%, что значительно превышает прогнозы, даже по экономике России в целом. Если брать объем всех интернет-зависимых рынков, то он чуть-чуть не дотянул до 3 триллионов рублей. Самыми крупными сегментами остаются онлайн-ритейл, электронные платежи и контекстная реклама. Но быстрее всех растут видеореклама, прогноз в этом году 59%, и программное обеспечение обещает прибавить 46%. В середнячках хостинг, контент и игры, поисковая оптимизация. Бурно развиваются там темпы 70% в год. Те рынки, которые считаются молодыми, это рынок там видеорекламы, рынок социал-медиа-маркетинг. Но при этом существуют мощнейшие драйверы роста экономики Рунета, которым уже много лет, и при этом они все равно растут большими темпами. Это и рынок рекламы, как медийной, так и контекстной. Это рынок электронной коммерции, это рынок электронных платежей. Интернетом каждый месяц пользуется половина совершеннолетнего населения России. Это порядка 58 миллионов человек. 76% из них заходят в виртуальное пространство каждый день. Основная масса выходит в сеть посредством широкополосного доступа. Но мобильный также постепенно отвоевывает свой кусок пирога. В будущем и время, и количество пользователей в России будет расти. Интернет-экономика в нашей стране имеет все шансы стать самой большой в мире. Вот какие тренды выделяют. Видеореклама – главная звезда рынка в ближайшие 10 лет. Расти она будет не только за счет традиционных площадок, таких как YouTube, но и благодаря интернет-телевидению. Границы между устройствами, по идее, продолжат стираться. Интернет и телевидение в будущем, по мнению экспертов, будут плотно взаимодействовать, изменяя само представление человека о способах получения информации. Далее, рынок социал-медиа прибавляет по 40% в год, и вслед за ростом ждут качественных перемен. Здесь можно вспомнить о зачистках в интернет-среде и борьбе с незаконным контентом. Новый расцвет предрекают медийной рекламе в сети. Двигателем может стать аукцион по продаже баннеров. Его постепенно внедряют все ведущие игроки. Ну и почти самое важное. Учитывая высокие темпы роста, ожидается, что к 2020 году интернет будет обслуживать больше половины российской экономики. Здесь проблемы могут возникнуть в электронной торговле. Спрос на нее больше, чем возможности инфраструктуры. Логистика и доставка остаются сдерживающим фактором развития онлайн-ритейла. И тем не менее, наши масштабы – наша же и беда. Охват интернета в России пока что ниже, чем у большинства европейских стран. В то же время по размеру национальной аудитории Россия впереди Евросоюза. У нас 6-е место в мире после Китая, США, Японии, Индии и Бразилии. Рунет по-прежнему прирастает регионами. Вот какие субъекты показывают самую лучшую динамику. Уральский федеральный округ прибавил 30% пользователей. Там их уже больше 5 миллионов. Дальневосточный уступает лишь немного, плюс 26%. Общий годовой прирост аудитории по стране 16%. По прогнозам, через пару лет численность интернет-пользователей по стране составит около 80 миллионов человек. Или более 70% совершеннолетнего населения. Глобальная сеть не просто проникает почти во все сферы жизни, но и становится в целом своеобразным драйвером для экономики государства.